Братульки, всем привет! Что не удержался, выходной день, приехал, часа 3-4 поработать с лодочкой. Тянет, тянет к роднульке. Покажу вам, что сделал. Вот бок, вот формирую, потому что плоскости, есть ребра, чтобы не было это как, знаете, пузырем таким, со складками. То есть вот один сформирован бок, второй бок. Здесь получается подготовка. Прозрачная ПВХ-шка будет заклеиваться. И здесь еще вот такими фигурами каждая плоскость одной деталью все будет наклеиваться. То есть вот она вся обклеена, весь край завернут, проклеен. На будущее, понятно, еще верхушка сформируется, лабаш. На будущее здесь еще будет целый шатер. Ремни пойдут к винту. И здесь на змеечке змейку вклею сюда, крокодил трактор, и просто застегнул, здесь прозрачные окна, все будет отлично видно. Тент вот так вот можно заглянуть, можно загрузить, и вот на такие пятачки с резиночкой, раз, и здесь в натяжку, чтобы это все в натяжку держало, раз, и здесь переднюю часть туда, опа, все. Вот бок. Здесь можно название лодки тоже ставить, либо госномер. Может, закушусь, буду получать права на аэробот. И будем вообще большую лодку покупать за 3 миллиона. Это я так, фантазия, Васька. Ну все, ребята, две стороны сделал, приехал, поработал. Еще капотик. Вот, кстати, в рундук попадать, да? Вот здесь узковато получается. Открываю, здесь как-то узко. Вот думаю вот так вот заклеить, завернув на эту липучки сюда приклеить. И с большим нахлестом вот так вот задираем вот сюда через вот эту зону загрузку вот в этот рундук. Потому что здесь будет рама, где руль будет. Здесь будет отгородка, чтобы сюда вещи закидывать. Вот такая мысля. Чтобы через все-таки переднюю часть отстегнул. Загрузил, пристегнул, ну и бампер сюда. Все, друзья, увидимся. Будет свободное время, обязательно опять поеду, а буду опять клеить. И уже сидуху, задние сиденья, и уже пора движок там качать. Красить, доваривать чуть-чуть осталось. Увидимся, друзья, все, пока.